Алтайский край вошел в десятку российских регионов с самой низкой доступностью бензина для населения, сообщает Политсибру со ссылкой на данное агентство РИА Рейтинг. Эксперты рассчитали объем бензина марки А92, который могут приобрести на свою месячную зарплату жители регионов России. Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Его жители могут приобрести за месяц более 2000 литров 92-го, москвичи – более 1500. А вот жители нашего края – чуть более 500 литров. Отмечается, что на Алтае в 2018-м наблюдался самый быстрый рост цен – более чем на 13%. Барнаульцы жалуются на нехватку мест для первоклассников по прописке, сообщает информационный портал «Толк». Жительница Барнаула Ольга рассказала корреспондентам, что чуть ли не в первый день подачи заявлений почти все места в 40-й барнаульской школе были заняты. В очереди перед сыном Ольги еще 13 детей, родители которых также не успели подать заявление первыми. Теперь женщина с ужасом думает, что ее ребенок будет учиться в школе на ВРЗ, а это очень далеко от дома. Подробности читайте на «Толке». Бийская семья, пострадавшая от угарного газа, отказалась от предложенного жилья. Причиной отказа стали плохой запах, тараканы, сломанные окна в квартире, которую предложили сотрудники администрации города. Те сослались на то, что других вариантов нет. В мэрии считают, что квартира на улице Вали Максимова семье подходит. Как будет решаться вопрос, далее читайте на страницах Бийского рабочего. Горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа работает в Барнауле, пишут «Аргументы и факты Алтай». Эпидемический порог по заболеваемости сейчас превышен в 2 раза. Отвечать на вопросы жителей, в том числе о симптомах и первой помощи при заболевании, будут специалисты Роспотребнадзора. Звонить можно вплоть до 18 февраля. Телефон сейчас на ваших экранах. Дедушка из Бийска, доедающий без соли, стал героем виртуальной игры, пишет «Комсомольская правда» Барнаул. Воронежские разработчики предлагают обладателям смартфонов скачать игру, суть которой заключается в том, чтобы нарядить елочку. В игре есть музыка, красочный дизайн и много разных вещей для елочки. Есть и соль, которая, к слову, очень дорогая, так что если ты не бизнесмен, играй без соли.